В минувшие выходные для химчан выступил Московский театр кошек Куклачева. Представили новую программу «Кошки в городе». Спектакль – сочетание клоунады, дрессуры, цирковых трюков и пантомимы, которые так порадовали юных зрителей. Кошечки, они как дверь, которая открывает дверь сразу в зрительный зал детей. И дети с самого начала визжат, кричат, все, они уже с нами. Мы все время пытаемся показать что-то, еще пока в Книгу рекордов Гиннесса не обращались, но есть пару трюков с кошками, которых в мире, кроме нашего коллектива, больше никто не делает. Всего в представлении приняли участие более 50 хвостатых артистов. Среди них две собаки и полсотни кошек. Руководили и помогали им 10 актеров.